Вам слово. Спасибо. Итак, дамы и господа, Дальневосточная Федерация Современного Панкратиона представляет вам бои Битвы Империи 3. Итак, трехраундовый бой в среднем весе. И в клетку добро пожаловать, боец из России! Приветствуйте, Алексей Гвоздь Шаповалов! Мы живем лишь один раз, и надо использовать тот шанс, что дан нам судьбою. И даже если у тебя есть проблемы, то на каждую из них непременно найдется свое решение. Главное не опускать рук, твоя сила в твоей голове. Никогда не отступай от своей мечты, даже если выхода нет. Не теряй веры в себя, главное верить, и тогда ты добьешься всего. Тогда ты исполнишь свою заветную мечту. Сотни раз проигрывал, но миллион побеждал. Частенько падал вниз, но падая взлетал. Я встал дорогой спорта, и я не прогадал. Бог дал стальной характер, но себя сделал сам. Наш мир жесток, ломаться не имеем права. Ведь мы есть самый лучший, наивысший сорт. Будь сильным и убивай в себе изъяны. Только тогда достигнешь ты высот. Я никогда не сдамся, не дам себя сломать. Надеюсь, донесу тебе еще совсем немного. Быть лучшим не значит вечно побеждать. Да, быть лучшим, путь проложить наверх дорогой строго. Я выбрал эту жизнь и выбрал ее навсегда на небесах. Надеюсь, вас дадут сполна, я верю в Бога. Господь в тебя. Мозоли на руках не от отсутствия любви. В кровь растираю ладони на счет раз, два, три. Я отличаюсь от тебя тем, что огонь в груди. И становлюсь все лучше день ото дня. Смотри, доволен я и болен я не только спортом. Пускай врачи запрещают, пусть говорят нельзя. Ведь не плевать, пускай не угурет. А вот и его грозный соперник из сборной мира. В красный угол клетки приглашается боец из Франции. Встречайте по прозвищу профессор X. Ксавье Фаупа Пока! Them girls are driving me crazy. Witty body, witty mop of wine. You know, like, you know. I know I'm not a two, I'm not three, I'm four. We are running down my mind. You know, like, see, I wanna flow with them, go with them, grow with them, sow with them, slow with them, show with them, yell at them every time. Дамы и господа, трехраундовый бой в среднем весе. Вы на трибунах Платинум Арена города Хабаровска и миллионы фанатов боев во всем мире в прямом эфире на телеканале «Бойцовский клуб». Битва Империи!
Итак, в синем углу ринга 33-летний боец, рост 187 сантиметров, вес 85 килограммов. С профессиональным рекордом 11 боев, 10 побед и только одно поражение. Чемпион Дальнего Востока по тайскому боксу, чемпион Дальнего Востока по современному панкратиону, победитель профессионального турнира по боевому самбо С-70 Сочи 2011 из Хабаровска, Россия, приветствуйте, Алексей Гвоздь Шапофанов! И его соперник в красном углу. Бойцу 31 год, рост 186 сантиметров, вес 84 килограмма. Профессиональный рекорд 44 боя, 26 побед, 18 поражений. Участник и победитель таких турниров, как UFC США, Cage Rage and Bay MMA Великобритания, SFL Индия, MFP, M1 S70 Pro FC Россия. Дамы и господа, из Парижа, Франция, Ксавье, профессор Рекс Фуфа Пока! Инструктаж от рефери Дмитрия Сазонова. Yes. Follow my instructions all time. Protect yourself all time. Command stop. You stop. Okay. Touch gloves. Good luck. Клетку приглашается генеральный директор компании «Окна роста» Станислав Дрейзин и директор Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.
дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 18 секунд первого раунда. Удушающим приемом одержал победу и сравнял счет в противостоянии сборной России со сборной мира. Ксавье профессор Рекс Купо Акта! Панкрасьон! Спорить ментэн! Россия! Не воин за нами! Хабаровск! Итак, наши аплодисменты! Алексей Гвоздь Шаман! С пожеланием удачи в будущих боях! И Ксавье Фоба Бака! И фото! Все фото на нас! Ваш выход.